Сегодня речь пойдет об очень интересной штуке, которая для рыболова, на наш взгляд, можно сказать, незаменима. Это касается спутниковых навигаторов или, как их еще называют, GPS-приемников. Что это такое, зачем это нужно и как пользоваться GPS-приемниками, сейчас вот и пойдет речь. Значит, смысл GPS-приемника в том, что он позволяет, если говорить коротко, определить ваши координаты на местности в любой точке мира. Естественно, для рыболова это значительно повышает его возможности и позволяет выходить на всевозможные точки, заранее отмеченные, определять расстояние до места, определять свою скорость перемещения в пространстве. В любой трудной ситуации GPS-приемник поможет вам сориентироваться и выйти туда, куда вы собираетесь попасть. Значит, в чем смысл GPS-приемников и как они работают? Вообще эту систему придумали американские военные для того, чтобы определять точно координаты, и в принципе она была предназначена для ведения боевых действий, потому что со спутников можно было четко определять координаты целей, по этим координатам летят крылатые ракеты, артиллерия бьет, авиация наносит удары. И в принципе к нам вот GPS стали попадать только тогда, когда закончилась холодная война и началось потепление климата политического. Поначалу, когда первые GPS-приемники стали появляться в России, была определенная проблема. Точно не знаем, с чем это связано, или это сами американцы вносили туда поправку, или это наши как бы доблестные КГБ заставляли вносить поправку, ошибку, для того, чтобы нельзя было точно определить координаты на местности. И первые вот GPS-приемники, которые появились, бытовые, так называемые GPS-приемники, они имели невысокую очень точность, то есть точность доходила до 100-200 метров. То есть выйти на точку с точностью 100-200 метров, ну, в принципе, это нормально, конечно, но это не то, к чему как бы стремится каждый рыболов, ведь в идеале нужно выйти прямо на то место, где ты стоял буквально вчера и ловил рыбу, и чем точнее вы выйдете на это место, тем будет лучше. Но постепенно как бы дошло до того, что эту поправку все-таки убрали, и на сегодня современные GPS-приемники позволяют выходить на заранее отмеченную точку и определять свои координаты на местности с точностью где-то до 4 метров. Причем, если вы знаете кое-какие хитрости и примочки, то это даже можно сократить до 2 метров. Но в принципе 4 метра, даже 4 метра точности — это очень высокий показатель. Итак, тут есть тоже такая тонкость. Дело в том, что разные GPS-приемники имеют разную точность. И к этому моменту при выборе GPS-приемника нужно подходить очень внимательно. Значит, смысл GPS-приемника в том, что для того, чтобы определить свое положение на местности, определить свои координаты, нужно, чтобы GPS-приемник, а приемник GPS устроен очень просто. GPS-приемник — это, в принципе, довольно-таки простой инструмент, потому что в первую очередь всю работу делают сами спутники. То есть спутники имеют определенные координаты. Этих спутников много. Чем больше спутников может словить GPS-приемник, тем точнее будет определение координат. В принципе, для того, чтобы определить свои координаты на местности, достаточно, чтобы GPS-приемник связался хотя бы с тремя спутниками, потому что он определяет один спутник, второй, третий, определяет расстояние до этих трех спутников. Потом, как бы, если в воображении прочертить от каждого спутника радиус, вот на пересечении вот этих трех радиусов и будет наша точка. И это вот будут координаты нашей точки, в которой мы в данный момент находимся. Но тут есть какой момент. Три спутника — это хорошо, но для того, чтобы чем больше спутников, тем точнее GPS может определить координаты. Поэтому в идеале надо выбирать GPS-приемники, которые могут связаться с максимальным количеством спутников. Если это будет там 6, 7, 8 спутников, это очень хорошо. Потому что GPS, которые работают, например, на 3, на 4 спутниках, нормальные, но в принципе их точность фактическая достигает где-то 15-20 метров. То есть даже с учетом того, что вот эти все поправки, которые и ошибки, которые раньше вносили в GPS, чтобы снизить точность, этих ошибок нет, но все равно по трем спутникам точность где-то реально 20-30 метров, реальная точность у прибора. Если прибор может где-то 8 спутников видеть, то по 8 спутникам
естественно, точность уже фактическая достигает порядка где-то 4 метров. Вот, к примеру, вот этот GPS 12XL от фирмы Garmin позволяет выходить на точку с точностью до 4 метров. В этом неоднократно убеждались. Вот зимой на рыбалке, например, отмечаешь уловистую бровочку где-то посередине глубокого водоема. Потом на следующий день, например, приезжаешь на это же место, идешь, прошел снег, идешь, идешь, прямо по прибору выходишь и натыкаешься буквально на свою лунку. Поэтому прибор, который позволяет достичь максимальной точности, наиболее интересен для рыболова. Значит, какие еще моменты и навороты должны иметь GPS-приемники для рыболова? Ну, разные модели имеют разные функции и разные навороты. Есть модели, которые показывают вашу высоту над уровнем моря. То есть, если вы, например, альпинист, это вам надо. Если вы рыболов, то, в принципе, конечно, вам такая функция не нужна. А другие навигаторы позволяют увидеть фазы Луны, восход-заход Солнца. То есть, вы вводите свои координаты, и для ваших координат прибор показывает восход-заход Солнца, фазы Луны. Естественно, для рыболова такие функции будут нужнее гораздо. Потому что можно как бы и спрогнозировать клев. И если вы, например, едете на рыбалку, чтобы четко узнать, когда появляется восход солнца или когда заходит солнце, вы можете спланировать свой маршрут. И когда вы едете на место, вы уже заранее знаете, что вот сегодня, например, солнце взойдет, например, в 6 часов утра. И поэтому выезжать вам надо, вы прикинули расстояние и выезжаете там за 1,5-2 часа до рыбалки и гарантированно приезжаете до восхода солнца, успеваете накачать лодку и попасть на место, которое вы заранее отметили, до того момента, как солнце поднимется и начнется клев. А какие еще функции навигатора очень полезны для рыболова? Дело в том, что навигатор может запоминать не только определять текущие координаты в данный момент времени, но и запоминать ваш путь. То есть вы идете где-нибудь в лесу или плывете на лодке, включаете навигатор, и навигатор запоминает путь, по которому вы идете. Вот в связи с этим вспоминается интересный эпизод. У нас один товарищ попал как-то на рыбалку, он ловил на дорожку на моторной лодке по реке. И так увлекся, что назад ему пришлось возвращаться в темноте. А расстояние было не маленькое, и поэтому, если бы у него не было навигатора, то у него возникли определенные проблемы, потому что ночь, хоть выколи глаз, луны нету, звезд нету, низкая облачность, ничего не видно. Как назад вернуться? Река шпетляет. Можно, конечно, сплавляться просто по течению, но это очень долго. Так вот, он, когда плыл по реке, он включил функцию навигатора, которая запоминает весь путь, который он прошел, и назад он возвращался в темноте, буквально вслепую, чисто по показаниям навигатора. И вышел, буквально ни разу нигде не налетел ни на мель, ни попал в берег. То есть он четко очень вернулся по своей же траектории. Вот это такой момент, который нужен. Это как бы пример, который мы рассказали. Но этим же примером, как можно пользоваться рыболову, если, допустим, он не на моторке идет, а, допустим, пешим ходом. Во-первых, вы идете, к примеру, по болоту. Озеро где-то расположено в болотистой местности, и вы идете по болоту, и не везде можно пройти. Тоже включаете функцию запоминания маршрута и идете по маршруту, прощупали дорожку, по которой можно пройти, не провалиться, например, в болото, и назад возвращаетесь тоже по навигатору. Или другой пример. Вы идете зимой, ловите рыбу, и вдруг началась череда вот уловистых лунок, и причем лунки, например, вы бьете, нашли каким-то образом бровку, идет снегопад, и вы вдоль бровки периодически сверлите лунку и ищете активную рыбу. А потом назад, как бы, вы свои лунки уже найти не можете. Вот, воспользовавшись GPS-навигатором, который запоминает ваш путь, вы идете опять по своему же пути назад и проверяете свои же лунки, даже не надо сверлить новые. То есть получается, что таким вот образом есть вариант очень эффективного использования на рыбалке. Ну, еще какие плюсы у навигаторов есть? К примеру, вы попадаете на большой глубокий водоем, отошли далеко от берега, прекрасно, все хорошо, ловите рыбу. Вдруг туман, резкий туман появляется. Вот такое весной бывает часто. То есть начинает таять снег, разность температуры, появляется туман. И если вы на расстоянии даже где-то метров 300-400 от берега, то иной раз туман достигает плотности 5-6 метров, и уже ничего не видно. Вот как быть? Один раз у нас товарищ попал на Нарочи, вот в тумане посреди озера он оказался, и он выбирался к своей машине, чтобы уехать назад, ну часов 5. То есть, естественно, каждый, наверное, рыболов
Ну, каждый знает, что если человек идет вслепую, без видимых ориентиров, то шаг у человека получается, одна нога немножко как бы короче с одной стороны шаг. То есть вы идете, и вас постоянно будет косить или влево, или вправо. Тут как бы зависит от индивидуальных особенностей человека. И получается, что если человек идет без ориентиров, он будет ходить по кругу. Ну, естественно, этот круг, вот он вроде идет по прямой, на самом деле он идет по большому кругу. И получается, что если расстояние до берега там 300, 400, 500 метров, вы можете просто кружить посреди озера и не будете знать, где же находится берег. А если в темноте, например, на берегу озера нет деревьев, не лают собаки, нету никаких огоньков, как быть? Вот тут-то как бы навигатор и показывает все свои прелести. Потому что помимо того, что вы можете выйти на уловистую лунку, например, или приплыть летом на лодке на какой-то бугорок среди глубин, найти бровку заветную, завал коряжника, который вы заметили заранее, но вы еще можете вернуться по своему же маршруту. Или просто отметили точку, не надо весь маршрут запоминать, отметили точку на берегу, например, машину свою. Или там место автобуса, куда подъезжает автобус. И все, вы вечером включаете, хоть до темноты рыбачите, спустилась темнота, включаете навигатор и посмотрели направление. Причем, как бы тут тоже есть такой момент, что навигаторы, есть индикация как бы с подсветкой и без подсветки. Так вот, следует иметь в виду, что подсветка очень быстро съедает энергию батарей. И поэтому подсветкой нужно пользоваться очень умело. То есть, если, например, ничего не видно, то можно включить буквально на короткое время подсветку, посмотреть направление и тут же выключить ее. А еще лучше, конечно, воспользоваться или зажигалкой, или маленьким каким-то фонариком и чисто по ЖКИшному монитору идти без подсветки, потому что подсветка очень быстро съедает энергию батарей. Навигаторы, если они работают в режиме неактивном, то есть его периодически включаешь, посмотрел направление, выключил. Включил, посмотрел направление, выключил, то комплекта батареек хватит на очень долго. Если же вы постоянно держите навигатор включенным, то тут нужно тоже как бы подходить к тому моменту, какие вам функции навигатора нужнее. Естественно, чем у вас дольше работает навигатор на одном комплекте батарей, тем лучше. И тут сразу становится вопрос веса навигатора, потому что вот, к примеру, вот такой навигатор работает на 4 батарейках. Батарейки или аккумуляторы, вот мы их достали. Естественно, как бы лишние батарейки, есть навигаторы, которые работают на 4 батарейках, а вот этот, к примеру, навигатор работает на 2 батарейках. Естественно, что навигатор, который на 4 батарейках работает, у него и большее энергопотребление, и он тяжелее. Это тоже существенно. Вроде как и не важно на первый взгляд, когда сидишь дома, но если ты на рыбалке, если ты имеешь за спиной весомый рюкзак с рыболовным снаряжением, то каждые там 100-200 грамм веса это существенно. Поэтому нужно обязательно ориентироваться на такой момент у навигатора, как вес и компактность. Потому что есть как бы модели компактные, походные, и есть модели стационарные, которые, например, используются в машинах или в каких-то там других видах техники. В связи с компактными размерами навигаторов следует еще и следующий момент. Есть такое понятие, как влагозащитность. Естественно, на рыбалке, рыбалка это всегда связано с риском попасть в воду или попасть под сильный дождь, где бы вы ни находились. Поэтому влагозащитная функция у навигатора желательно, чтобы имела место. Вот, к примеру, вот этот навигатор GPS 12XL, он имеет хорошую влагозащиту. Но момент какой? То есть вот здесь ЖКИ-дисплей, он полностью влагозащищен. То есть под дождь он попадает, но недостатком как бы является батарейный отсек, потому что батареи заизолировать полностью от воды невозможно. Он из резины, но все равно полную герметичность он дать не может. Поэтому как бы вот такой навигатор, он является условно влагозащитным. То есть им можно пользоваться, с ним можно даже упасть в воду, но надо будет потом просушить батарейный отсек и поменять батарейки. И тогда он будет снова работать. Данная модель навигатора, вот сразу видно, что она имеет такой пластиковый чехол, который полностью заизолирован. Он хитро сделан. Там система, как у аквалангистов, если кто-то плавал, например, в сухом гидрокостюме советского производства, то там тоже рубашка и штаны, они соединялись вот так вот рулончиком скручивались. И тем самым полностью получалась 100% влагозащита. И вот такой приборчик, например, можно повесить на шею. Если вы попали в воду и плаваете, то вода сюда практически попасть не может. Но если вот данный прибор, он не имеет степени влагозащиты, и у него ЖКИ-монитор,
как бы не заизолирован у воды, как вот у данного прибора. Поэтому, если данный навигатор попадет как бы под сильный дождь или упадет в воду без защитного чехла, то у него могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до того, что он может выйти из строя. Вот в таком чехле, в принципе, навигатор он и предназначен, чтобы работать с ним. То есть мы работаем прямо через вот этот чехол. И, в принципе, это получается дешево и сердито, кому как нравится. Еще какой момент. При выборе навигатора следует обращать внимание на то, чтобы им можно было работать одной рукой. Вот этот навигатор, к примеру, очень удобен для того, чтобы им можно было работать одной рукой. То есть вы плывете на лодку. Одной рукой управляете мотором, а другой рукой корректируете свои движения. Можете запоминать координаты, работать полностью с навигатором одной рукой. Это очень важно и удобно. Мы можем по навигатору определять свою скорость машины. В связи с этим интересные моменты получаются, потому что иной раз едешь, например, скорость показывает спидометр 100 км в час, а навигатор показывает 95 км в час. И в результате как бы возникают вопросы, кто прав. А на самом деле разгадка вот такого феномена заключается в том, что в целях безопасности во всем мире принята скорость автомобиля, реальную скорость автомобиля, чуть-чуть замедлять. Поэтому навигатор, как правило, показывает скорость, если мы едем на машине, например, на процентов где-то 3-5% меньше, чем показывает спидометр автомобиля. И что еще интересно, если мы идем, например, по пересеченной местности, функция скорости у навигатора, у каждого навигатора есть такая функция скорости, то есть мы передвигаемся, и он показывает среднюю скорость, с которой мы передвигаемся. Так вот, эта функция очень полезна для того, чтобы знать, сколько нам осталось, например, дойти до определенной точки. То есть мы по навигатору посмотрели до машины, например, или до какой-то речки расстояние там 3 километра, а наша средняя скорость, например, там 3 километра в час. Следовательно, мы туда доберемся где-то за час. И вот таким вот образом можно планировать расстояние. То есть вот мы рыбачим, например, и до машины надо идти там 3 километра, к примеру. Поэтому мы уже должны знать, что если нам нужно вернуться к определенному времени, мы можем это время спланировать, корректируя свою скорость передвижения прямо на ходу. Еще какой момент. Навигатор очень полезен в том случае, если мы, к примеру, отметили точку. К примеру, мы плыли по реке. И плыли по реке не просто так, например, плыли и ловили рыбу, а плыли вместе с включенным навигатором. Навигатор желательно всегда, когда мы уже ловим рыбу, держать включенным. Почему? Потому что для того, чтобы навигатор как бы вошел в свой режим рабочий, а настоящий рабочий режим у навигатора появляется в тот момент, когда он свяжется минимум с тремя спутниками, наладит с ними связь и определит свои координаты. И получается, что на вот эту связь требуется время. Разные модели навигаторов требуют разное время связи со спутниками. И тут еще какой момент. Дело в том, что один и тот же навигатор даже может связываться со спутниками по-разному. То есть можно его включить, он буквально сразу свяжется со спутниками. А можно включить, и он будет там минут 7-8 думать. В чем причина? Причина в том, что погодные условия меняются. Если, например, мы используем навигатор в солнечный какой-то безоблачный день на открытой местности, то навигатор очень быстро связывается со спутниками и находит их максимальное число. А если мы, например, в каком-то закрытом помещении, железобетонные плиты, внутри проходит арматура, арматура выполняет роль своеобразного экрана, и сигналу очень трудно пробиться до навигатора. Поэтому получается, что время требуется разное, вплоть до того, что иной раз придется выйти на улицу, чтобы определить свое местоположение и чтобы навигатор смог связаться со спутниками. То же самое происходит и в какой-то гористой местности, потому что мы стоим, например, две сопки, и мы посередине. И получается, что сопки очень хорошо закрывают как бы спутники. И мы можем связаться там с двумя-тремя только спутниками в лучшем случае. А остальные спутники как бы получаются недоступны. Поэтому в данном случае нам или надо залезть на какую-то максимально высокую точку, или найти там полянку, например, в лесу, потому что высокие деревья тоже немножко искажают сигналы, и навигатору сложнее будет связаться. Поэтому вот этому моменту тоже надо подходить внимательно. И если, например, сильная облачность, дождливая погода, навигатор тоже дольше связывается со спутниками и дольше выходит на рабочий режим. Поэтому как бы лучше всего включить, когда вы уже приехали на рыбалку, вышли на место, ловите.
И плывете на лодке, нашли какое-то место, клюнула у вас рыба, тут же заносите эту точку в память навигатора. И получается, что вам не надо время на то, что навигатор придет в рабочее положение, потому что за это время вас может снести куда-то течением или ветром в сторону отнести, и вы уже не успеете заметить то место, которое вам нужно было заметить. Еще одной очень интересной функцией навигатора является создание, возможность создания всевозможных тайников. Зачем нужны такие тайники? К примеру, если мы выезжаем на какой-то далекий от дома водоем, и причем мы выезжаем туда не раз там в сезон там, или раз в год, а выезжаем буквально там через 2 недели, через неделю, то получается, что если мы едем не на один, а на несколько дней, приходится везти очень много с собой вещей, которые нужны для того, чтобы организовать быт в данном месте. Так вот, навигатор позволяет эти вещи спрятать в любой точке и потом выйти на эту точку. То есть тем самым мы сохраняем место в машине. То есть мы берем какие-то котелки, какие-то посуду, какие-то вещи, которые имеют большой объем, которые имеют тяжелый вес, которые занимают много места. Мы можем взять просто плотный полиэтиленовый пакет, положить это все туда, закрутить его герметично, чтобы не попала вода, выкопать яму и сверху слегка прикрыть зерном, там, ветками закидать. И тем самым у нас это место, запомнив его по навигатору, мы всегда можем попасть на это же самое место. И тем самым мы значительно экономим и облегчаем себе задачи. Еще какой момент. Дело в том, что те, кто впервые начинает пользоваться навигаторами, немножко сталкиваются с определенными проблемами. И в чем заключается суть этих проблем? То есть мы пришли, например, на какое-то место, потом хотим посмотреть расстояние до определенной точки или направление. Расстояние-то мы сможем определить, а вот направление до этой точки нам определить будет сложно, если мы стоим на одном месте. Поэтому, чтобы навигатор показал направление, куда нам нужно идти, нам необходимо быть в движении. То есть мы, например, хотим определить расстояние до машины в лесу. Включаем навигатор. И он сразу показывает нам расстояние после того, как он включился, и произвольное направление сначала. Он показывает просто произвольное направление. Если по этому направлению пойти, мы никуда не придем. Суть в том, что для того, чтобы определить истинное направление, в каком находится наша точка, к которой мы хотим выйти, нужно пройти по прямой метров 30-40 в одном направлении, не двигаясь. Мы взяли навигатор и идем в одном направлении, независимо от того, куда нам нужно идти. После того, как мы прошли, навигатор уже конкретно показывает ориентир, в каком направлении находится наша точка. Мы уже останавливаемся, разворачиваемся в эту сторону, отмечаем какой-то ориентир и начинаем уже идти по прямой. Поэтому в связи с этим следует относиться внимательно к тому, как отмечать точки. К примеру, мы приходим на водоем зимой, и у нас есть лунки. И лунки, например, одна лунка уловистая, метра где-то в 50, вторая лунка, в 30 метрах третья лунка. И мы все три лунки занесли в память навигатора. Как нам определить расстояние? Вот тут возникает сразу такой момент. Вот, к примеру, вот наши три точки. Вот одна точка у нас, вторая точка и третья точка. Вот если мы, к примеру, вот на этой точке стоим, чтобы нам определить вот эту точку и вот эту точку, если они на расстоянии 30 метров, могут возникнуть проблемы, потому что, чтобы нам найти вот эту точку, нам нужно в произвольном направлении продвинуться метров на 30-40. И получается, что если мы отмечаем сразу несколько точек на коротком расстоянии друг от друга, то это не очень удобно в пользовании навигатором. Тут можно как бы пользоваться идти по стрелке, но для того, чтобы идти по стрелке, нам надо пройти расстояние метров 30. И получается, что если мы пошли, например, сюда 30 метров отошли, определили расстояние, что нам нужно идти в эту сторону, получается, мы 30 метров сюда, и потом сюда чуть не 60 метров получается. И если точки вот на коротком расстоянии, то очень трудно до них на них выйти. И тут можно воспользоваться такой функцией, как идти по координатной сетке. То есть мы идем не по стрелочке или не по коридору, как в некоторых моделях навигаторов, то есть для того, чтобы удобнее было выйти, там такой коридор, шоссе. И когда мы идем, прямо нам показывает шоссе, корректирует наше направление движения. Так вот, удобнее на коротком расстоянии пользоваться координатной сеткой и выходить по координатной сетке. Тогда мы можем очень точно попасть. И, кстати, передвижение по координатам, а не по стрелочке, позволяет повысить точность выхода на точку. В связи с этим хочется остановиться на таком моменте, как
удобнее всего и правильнее всего действовать с навигатором на водоеме. А действовать лучше всего, по нашему мнению, следует таким образом. К примеру, мы пришли на водоем, нашли, например, какое-то место уловистое, отметили его, одну точку отметили, потом дальше ловим, отметили метров 30 вторую точку, третью, четвертую, пятую точку. Вот эти мы точки отметили. И как бы в результате отметки этих точек у нас уже, во-первых, вырисовывается картина, где лучше всего берет рыба, как лучше действовать. И тут, на наш взгляд, лучше всего воспользоваться тем, что не пытаться потом, когда мы приедем домой, например, запоминать все вот эти точки. Гораздо лучше, если они, конечно, имеют площадь, там, например, на 100 метрах, вот 100 метров площадью, вот расположены у нас эти все точки. Их, конечно, можно оставить в памяти навигатора, но гораздо удобнее и гораздо лучше и быстрее пользоваться таким методом. Мы берем центральную точку, выходим на центральную точку, в эпицентр, например, вот этого данного уловистого места, и отмечаем именно эпицентр. Не надо нам все эти точки по периметру. Отмечаем эпицентр, и дальше уже вот этот эпицентр, назовем его, например, точка P1, к примеру. И потом можно как бы заносить в координаты этой точки и сразу информацию об этой точке прямо в навигатор. Но гораздо удобнее, на наш взгляд, пользоваться все-таки блокнотом. Поэтому мы, например, отметили в навигаторе точку, назвали ее R1. И берем и у себя в блокнотике записываем, например, точка R1. И описываем, что перепады там, например, с 10 на 6 метров, эпицентр там такой-то. Характерные особенности данной точки и данного места. Описываем, что слева идут перепады, справа. И потом относительно вот этой точки лучше всего пользоваться не просто уже. Навигатор нам нужен для того, чтобы выйти на эпицентр вот данного места. А дальше мы уже работаем по ориентирам, как это раньше в старину пользовались люди на водоеме, по ориентирам. То есть, например, вот здесь находится на водоеме дерево. Вот с этой стороны какая-то линия электропередач, например. Здесь какой-то дом. И вот уже конкретно удобнее всего пользоваться вот таким способом. То есть мы вышли в эпицентр точки и сразу же нарисовали в блокнотике схему, что от этой точки, если идти в направлении, например, на дерево, то где-то коридор шириной метров 30, вот, к примеру, или длиной 30 метров и шириной, например, 6 метров, следует очень хорошее место. Если в направлении вот в этом пойти, здесь будет какой-то на дне завал коряжника. Допустим, в направлении вот линии электропередач. А если пойти в направлении дома, метров, например, 50, то здесь будет, ну, например, каменистый какой-то бугорок на дне каменистый. И вот таким вот образом гораздо удобнее пользоваться. То есть мы по навигатору вышли, а дальше мы уже действуем по ориентирам. Естественно, если мы выходим из эпицентра этой точки на какое-то расстояние, то уже включается в действие навигатор. И нам уже легко будет выйти вот к этой точке, например, она будет называться R2, вот эта точка будет называться R3, это будет точка называться R4, это будет точка называться R5 и точка R6. То есть как бы первый метод — это связь навигатора и ориентиры. И второй метод — это чисто по навигатору. То есть если мы действуем навигатор и ориентиры, то облов места каждой точки значительно убыстряется. То есть мы пришли на место, сразу раз, влево пошли, вправо пошли, быстро засверлились, например, зимой или летом проловили. Если нас, например, на лодке отнесло куда-то подальше, мы легко уже с расстояния, с определенного, выходим на вот эти точки, которые уже замечены по навигатору. Поэтому как бы тут два есть метода, и ни в коем случае не нужно полностью полагаться на навигатор. Очень полезно пользоваться какие-то вот свои карты, какие-то зарисовки в блокноте. И в принципе любую точку навигатора, которую мы отметили, лучше всего не пытаться сразу отметил и поехал домой. Отметил их 20 штук, приехал домой, занес в компьютер, и потом не знаешь, где какая точка находится. И получается какая-то свистопляска, по которой очень трудно потом реальную картину составить. Поэтому отметили точку, лучше всего сразу ее взять и занести название точки. И тут же написал, что это такое, какие особенности места данного. И тогда уже у вас не будет никаких моментов. И очень удобно, я еще говорю, вот точек, например, вот в данной точке, например, вот я обрисовал вот круг, в котором находится вот уловистое место. Он, допустим, 60 метров диаметром, вот этот круг. Мы
одну точку эпицентр обязательно отмечаем и пишем прямо у себя в блокнотике, что это эпицентр. И остальные точки тоже отмечаем и пишем, что, например, точка там, вот, например, P5, это там завал коряжника, точка, там, к примеру, вот P2 рядом с ней, это бугорок, точка, например, там вот рядом с P6, это, например, там какая-то гряда идет подводная. И тем самым мы никогда ни в чем не запутаемся. Если мы попадаем на другой водоем, желательно, конечно, не все в кучу кидать, а конкретно такими маленькими файликами организовывать. Например, один водоем – это одна буква, другой водоем – другая буква. И тогда у нас не будет таких неприятных моментов, как накладка. Почему? Потому что, к примеру, если мы пользуемся связью навигатор-компьютер, а в принципе навигатор всегда нужно, когда покупаешь навигатор, предусматривать, чтобы он позволял соединение с компьютером. Вот, к примеру, вот провод. При помощи такого провода мы налаживаем связь между навигатором и компьютером. Навигатор, можно сказать, маленький компьютер, и возможности его ограничены. И для того, чтобы хорошо работать с навигатором, обязательно нужно предусматривать заранее связь с компьютером. Поэтому, если вы возьмете какой-то простенький навигатор, который не предусматривает подключение к компьютеру, и у которого бедна память и возможности, то потом в результате вам придется, конечно, потратить определенные деньги, когда вы поймете, что связь с компьютером очень важна. И сейчас мы остановимся, почему очень важна связь навигатора и компьютера. Так вот, придя домой, например, мы берем эти точки и сливаем их на компьютер с одного водоема, потом с другого. И если мы не пользуемся вот такой нумерацией, например, вот по буквенному названию или по какому-то другому, например, называем точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мы знаем, что, например, вот водоем, вот эти точки, вот 10 точек. Потом стерлись навигатор и занесли в компьютер все эти точки. Потом приезжаем на другой водоем, мы опять называем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, без буквенного обозначения. И у нас получается, что у нас, когда мы записываем точки, данные, то у нас получаются две точки, 1, 1, точка, 2, 2. Вот в этом случае возникает сразу проблема. Почему? Потому что мы уже не будем знать, где какая точка. И получается, что мы можем отметить точку, которая у нас в принципе в блокноте отмечена как точка 2, но она как точка 2 отмечена на водоеме, который, например, 300 км в другую сторону. И поэтому, чтобы вот такого не возникало, нужно сразу предусмотреть систему кодировок точек, чтобы у нас точки не дублировались, потому что в навигатор можно записать под одной цифрой или под одной буквой, например, точка R1 и точка R1. Она запишет только одну из них. Две на одинаковых точке не запишут, хотя у них разные координаты. Чем ценна связь навигатора с компьютером? Дело в том, что на сегодня появились всевозможные карты, которые распространяются на CD-дисках. И эти карты уже адаптированы под навигаторы, то есть на них нанесена решетка и даны реальные координаты. Ведь дело в том, что карты, которые раньше продавались вот во времена Советского Союза, во времена перестройки, они, во-первых, имели немножко нереальные координаты. И специально было смещение. Это было сделано в военных целях, чтобы по картам нельзя было определить точные координаты. Так вот, на сегодня многие карты уже появились на CD-шниках, которые имеют реальные координаты. Чем хороши карты, которые имеют реальные привязанные к спутнику координаты? Хороши тем, что мы можем свой маршрут заметить заранее дома. То есть мы сели дома, и у нас, если привязанная карта, а есть такие карты, в идеале нужно найти привязанную заранее карту. Карта, которая уже имеет реальные нормальные спутниковые координаты для каждой точки. И тем самым, если у нас карта привязана, мы прямо на компьютере тыкаем точку, отмечаем. Называем ее сразу, например, точка, там, например, А1. И эту точку, координаты сразу высвечиваются. И мы координаты этой точки можем прямо загнать сразу на свой GPS. И, естественно, лучше всего сразу в блокнотик записать, что точка А1 – это точка в таком-то месте. Это такой-то характерный ориентир, на который нам надо выйти. И тем самым мы уже заранее, выезжая дома, из дома на рыбалку, мы, включив навигатор, нажимаем точку А1, даем «Go to», и нам показывает расстояние до этой точки и направление до этой точки. Тем самым мы заранее дома можем, к примеру, спрогнозировать маршрут. Допустим, у нас есть карта. Карта уже привязана. То есть у нее есть истинные координаты, которые бьются с реальными координатами. И мы дома прямо на компьютере. Если эта карта у нас, если в компьютерном виде, она уже сразу готова. Если она не в компьютерном, ее можно отсканировать.
И мы отмечаем дома, например, маршрут. Вот у нас идет дорога. И чтобы нам не заблудиться, мы все характерные повороты, пересечения, например, с ручьями, с какими-то притоками, отмечаем. И, например, называем вот эта точка там, это А1, это точка А2, пересечение перекресток дорог, точка А3, следующая там мост А4. И тем самым мы отмечаем, например, штук 15 точек. И тем самым мы ночью в любую погоду едем, нам не надо всматриваться какие-то знаки на дороге, чтобы не проскочить нужный поворот. А едем и смотрим по навигатору, ага, до нужного нам поворота остается, например, там 200 метров. Все, подъехали, повернули, поехали дальше. И едем, 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 и в результате потом приезжаем, например, к водоему, причем водоем спрятан, например, за лесом. И мы прямо на карте, если у нас еще хорошо, если у нас карта глубин есть, отмечена сразу дома на компьютере, например, водоем с картой глубин. И мы сразу на водоеме отмечаем точку, вот такую точку, такую, такую, такую. И едем на машине и смотрим, с какой нам точки лучше всего подъехать, чтобы было меньше идти. То есть мы подъехали, например, остановились, если мы пользовались не таким методом, остановились, например, в какой-то деревне, и начинаем к этой точке идти просто произвольно. А если у нас есть навигатор включенный, и эта точка уже заранее занесена, координаты ее, мы можем прямо подъехать, едем по лесу, например, по лесной дороге, и смотрим, даже не видно водоема, но по навигатору видно, что ага, там до вот этой точки, которую мы отметили дома на компьютере, остается там, например, 600 метров. И мы прямо едем, 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 потом смотрим, 700-800 метров пошло. То есть мы уже удаляемся от этой точки. Развернулись, вернулись назад и идем по самому короткому пути. Это вот очень такой полезный момент и позволяет как бы сэкономить время передвижения. Еще какой момент. Мы, например, сплавляемся по реке и отмечаем навигатором наиболее характерные точки. Поворот реки, какой-то омут нашли, отметили. А потом хотим к этому месту подъехать, например, на машине. Все очень просто. Мы тоже едем на машине, включаем эту точку, go to, и смотрим, сколько нам расстояние до этой точки остается. Мы даже можем не видеть ни реку, даже не предполагать, где эта река находится, едем по лесу. А навигатор нам показывает, ага, что вот здесь вот за вот этой опушечкой лесной, там в 300 метрах от нас уже проходит вот эта речка и сразу же обрывистый берег с омутом. Пожалуйста, мы остановились, прошли какие-то 300 метров и вышли. А если бы мы ехали без навигатора, нам бы пришлось приехать на машине до того момента, пока мы не увидим реку, и потом как бы идти и искать этот омут, потому что это уже как бы искать иголку в стоге сена. К примеру, у нас нет возможности купить хорошую, привязанную к навигаторам карту с реальными координатами. Тогда как мы действуем? Желательно найти максимально подробную карту. Минимум удобнее всего, чтобы у нас была двухкилометровка карта, то есть в одном сантиметре 2 километра. Или еще лучше найти карты, которые имеют масштаб в одном сантиметре 1 километр. И мы вот по такой карте, такую карту мы сканируем на сканере. И когда мы уже отсканировали карту, для того, чтобы ее привязать и адаптировать к нормальной работе с навигатором, нам нужно ее привязать. К примеру, как привязать карту? Привязывать карту лучше всего по нескольким характерным точкам. Эти характерные точки, если мы, к примеру, можно привязать всю карту, можно привязать водоем. Для того, чтобы нам привязать водоем к спутникам, нам нужно четко узнать координаты точек. Причем координаты точек нам желательно как можно удаленных друг от друга. К примеру, мы определяем вот координаты вот этой точки. Определяем, то есть мы определяем координаты наиболее характерных мест водоема. Вот, например, мыс выступает. Вот точка залив. Потом точка вот маленький мыс, самый пик мыса. Вот с противоположной стороны озера мыс. В принципе, для того, чтобы привязать карту, достаточно где-то трех точек, чтобы более-менее привязать. Но лучше всего, конечно, привязать, чем больше будет точек, тем точнее будет привязка наша. И тем самым мы привязываем вот точки. Любой поворотик, любое пересечение с ручейком мы привязываем. И потом, придя домой, занеся эти данные в компьютер, ну, естественно, каждую точку надо тут же записывать в тетрадку, чтобы потом не забыть, где конкретно какая точка находится. Мы потом занесли в компьютер и смотрим, попадают у нас точки на карте с теми, которые мы реально засекли, или не попадают. Если попадают, то значит все прекрасно, значит, что у нас карта очень точная. И тем самым вот можно как бы привязать карту очень точно. После того, как у нас карта уже привязана, мы уже можем в произвольную точку на компьютере тыкнуть, вот посреди озера, к примеру, вот так вот точку тыкнуть на компьютере. И тут же у нас покажутся реальные координаты этой точки. И потом, придя, например, на водоем, мы прямо до этой точки
выходим совершенно спокойно, днем и ночью, в любое время года. Если у нас, к примеру, мы уже характерные точки водоема по периметру определили, привязали карту к спутниковым показаниям навигатора, и теперь мы можем уже на карте найти, например, вот у нас перепады глубин какие-то есть, бровочки. И прямо тыкая вот эти точки, отметил их, записал в блокнотик, какая это точка конкретно. И потом мы прямо на водоем приезжаем, мы прямо уже идем по навигатору и выходим на эти точки. И у нас будет фактическая точность, если, конечно, карта глубин не врет, то мы прямо выйдем на какие-то откосы, мысы, отмели, бровки. И вот таким вот образом можно действовать. Очень удобно изучать водоемы, особенно большие водоемы, при помощи не только навигатора, но и эхолота. В связи с этим удобнее всего действовать следующим образом. Мы берем лодку, желательно с мотором, и осенью еще или летом, к примеру, пока лед не стал, проплываем по водоему. Чем как бы больше мы точек наметим, чем лучше мы определим какие-то координаты точек, определим бровочки заранее. На моторе идем, по эхолоту смотрим, нашли бровку, тут же ее отметили в навигатор, нашли следующую, тут же отметили, нашли какой-то завал коряжничка, отметили. И тем самым мы как бы делаем работу, которая нам со временем, впоследствии очень сильно пригодится. Особенно такой подход, необходим при изучении больших водоемов. Тем самым следует потратить буквально там день-два на вот такое изучение, но тем самым мы накопим ценнейшую информацию, которая будет нам верой и правдой служить несколько лет. И мы сможем выйти на заранее отмеченные точки и зимой, и летом, в любое время дня, и ночью, днем, в туман, в условия плохой видимости, в дождь, нам уже проблем не будет. Поэтому как бы летом можно хорошо подготовить базу для того, чтобы хорошо половить зимой. И тем самым нам не надо будет ставить никакие вешки. То есть плюс еще навигатора в том, что, например, если мы ловим зимой, то многие рыболовы нашли место хорошее, поставили какую-то вешку, например, воткнули палку там или бутылку там поставили, и выходят, нашли свою бутылку или палку и уже ловят в этом месте. Но тут как бы тоже хитрые рыболовы другие видят, что место хорошее. Они взяли этот ориентир и спрятали, или убрали, или выкинули, или поставили какой-то другой. И поэтому как бы вот такие ориентиры — это такая вещь ненадежная очень. А навигатор, плюс его в том, что хорошее место вы отметили, и его кроме вас никто-то не найдет. То есть если вы, конечно, не обмениваетесь информацией. В связи с этим хочется остановиться на таком моменте положительном, как обмен информацией между рыболовами, которые имеют навигаторы. Ну, сейчас большинство территорий и большинство там крупных областных центров, какие-то водоемы уже покрываются связью GSM. То есть, если у вас есть телефон и навигатор, то вы можете обмениваться информацией прямо на водоеме. К примеру, ваш товарищ на водоеме плавает километра, например, 3 от вас, нашел уловистое место, отловился там хорошо, пошел на другую точку и говорит, что, например, на точке там номер там такой-то, с координатами такими-то, очень хорошо там ловилась рыба и сейчас ловится, хочешь сплавай туда. Поэтому очень удобно пользоваться таким моментом, как смс-сообщение. То есть ваш товарищ нашел место какое-то хорошее, ему не жалко поделиться этим местом, он берет, скидывает вам смс-ку, в которой значатся координаты этой точки. Вы тут же из телефона эти координаты внесли в навигатор, и прямым ходом туда, на это место ловите. То же самое можно делать и дома. Например, вы сидите дома, приехал товарищ, говорит, исключительно порыбачил, например, зимой там в каком-то месте, 3 километра, там 4 от берега это место находится. И взял и тут же по электронной почте скинул координаты этого места. Вы совершенно спокойно с утра едете, выходите прямо на его же лунки и спокойно ловите. И тут какой момент? Тут, конечно, нужно этическую сторону соблюдать. И если, например, место вам понравилось, но место вам сдал, например, какой-то ваш товарищ, и вы собираетесь поехать на это место, например, порыбачить, то, конечно, лучше ему позвонить и сказать, что я вот завтра собираюсь поехать туда. Не возражаешь? Он говорит, нет, не возражаю. И вы спокойно едете, но как бы со своей стороны тоже вам желательно будет делиться своими уловистыми точками. И если, допустим, конкретную точку нашли вы, то и право первой как бы рыбалки на этой точке принадлежит вам. И если, к примеру, вы едете с товарищем, которому вы поделились координатами этой точки, но вы хотите половить на этой точке, то, естественно, заранее лучше говорить, что первым на эту точку придете вы сами. Вот. Тогда у вас получится, что никогда не будет конкуренции какой-то, и будет классный обмен информацией, то есть вы совершенно расширяете свои возможности. И тут какой плюс еще по навигаторам?
То есть вы приехали на водоем, вы хорошо его изучили, причем лучше не в одиночку, а вот группы товарищей, у которых тоже есть навигаторы. Изучили, и, к примеру, едет ваш товарищ, вы ему все свои точки уловистые скинули, желательно сразу с описаниями, где что, на что ловил, к примеру, на какой глубине, какие особенности, там рельефа дна. И он тоже вам свои скинул точки. И вы идете, и буквально там весь день у вас следует, день рыбалки состоит из того, что вы обходите планомерно каждую характерную точку. То есть вы не тратите время на поиск каких-то новых точек. Хотя новые точки тоже нужно искать, но можно как бы некоторые рыбалки просто посвятить тому, что вы просто как бы как грибник обходит заветные полянки в лесу, так и вы обходите наиболее уловистые места на водоеме. Плюс у навигаторов еще и в том, что если вы, к примеру, ездите на рыбалку с женой, с детьми, то вы можете, например, жену совершенно спокойно отправить в лес, а как известно, жены очень легко могут заблудиться буквально в трех соснах. Но с навигатором там не надо много знаний, то есть вы рассказали, что вот эта точка такая-то, чтобы прийти к ней, надо нажать вот эту и вот эту клавишу на навигаторе, и вы всегда придете сюда. И жена ходит совершенно спокойно, у нее даже не болит голова, куда она идет, не пытается запомнить ориентиры. Выходит, и когда ей надо вернуться к машине или к месту вашей стоянки, просто нажимает эти точки и возвращается назад. Или нашла, например, полянку с боровиками, с грибами или там, например, ягоды какие-то, тоже отметила эту точку. Пришла и говорит, что вот в данной точке вот такие-то особенности, вот можно прийти и насобирать грибов, а место маленькое, компактное и никто его не знает. Поэтому навигатор полезен не только в принципе рыболову, но и членам его семьи, потому что если вы отдыхаете, пока вы, к примеру, с утра отловились, днем вы не собираетесь ловить, дали жене там или детям навигатор, они пошли за грибами, за ягодами, и вы четко будете знать, что они спокойно совершенно вернутся. Будь то даже там болото куда-нибудь они попадут или там густой лес, они всегда вернутся на эту точку, потому что у них есть прибор, по которому можно спокойно совершенно выйти. Мы едем скорость по круиз-контролу 100 километров, а по навигатору 91,3 скорость. Ну, чуть меньше 100 сейчас. То есть навигатор показывает реальную скорость, а спидометр немножко врет. В целях безопасности движения скорость увеличивается сверхреальной. Вот сейчас посмотрим, сколько расстояние до нашей точки R7, на которую мы едем. Это лунка, на которую мы выйдем с точностью до 4 метров. Сейчас мы покажем расстояние по прямой. Километров. Вот сверху 50 километров, а внизу скорость реальная, которой мы передвигаемся. Сейчас мы передвигаемся скорость 81 километр в час, а по спидометру это 90. Сейчас посмотрим вот путь, по которому мы идем. Сейчас мы треки записываем. Вот это путь прорисовывается, по которому мы едем. Когда мы будем ехать обратно, мы можем посмотреть и вернуться по своему же пути. Навигатор портативный. Он предназначен для того, чтобы лежать горизонтально. Поэтому, чтобы в машине он не сползал и не съезжал с панельки, вот здесь установлена резиночка, которая хорошо фиксируется. Вот сейчас мы его положим и будем ехать, он не свалится отсюда. Портативные навигаторы, которые предназначены для переноски в руке, вот как вот этот, к примеру, навигатор, они не очень удобны для использования в машине, потому что их лучше всего ложить на панель переднюю, потому что обзор лучше, они тогда лучше ловят спутник. Если мы положим внизу, то есть как бы под металлической крышей, крыша немножко будет экранировать, и сигналы будут ловиться хуже навигатором. Поэтому лучше, конечно, чтобы он лежал на лобовике, под лобовиком, и как бы видел небо. Портативные навигаторы не очень удобны для поездки на автомобиле, потому что они предназначены для того, чтобы лежать горизонтально. А автомобильные специальные навигаторы, они стоят вертикально, то есть ЖКИшный монитор виден вертикально. И очень удобно ехать, можешь ехать и прямо смотреть показания навигатора. Ну, как бы, в принципе, для рыболова гораздо практичнее использовать обычный навигатор. Если, конечно, финансы позволяют, то лучше иметь два навигатора. Один, который все время установлен в машине, а другой, который постоянно находится с вами. Навигатор хорош тем, что если ездишь куда-то далеко на рыбалку, очень удобно отмечать какие-то наиболее характерные точки. Вот повороты,
мосты, все места, которые, когда едешь на рыбалку, чтобы случайно вдруг не проскочить в тумане или в условиях недостаточной видимости. И потом прямо по этим точкам можно днем и ночью там проехать совершенно спокойно и никогда не заблудишься. И по тому пути, по которому едешь на рыбалку, по тому же пути и вернешься с рыбалки. Навигатор лучше всего держать включенным, когда едешь. Особенно, если едешь в незнакомой местности какой-то. Вдруг проезжаешь какой-то поворот, на всякий случай его отметил, чтобы не заблудиться. Потому что если навигатор включить, он будет какое-то время тратить на то, чтобы найти спутники и наладить с ними связь. А с включенным навигатором энергопотребление небольшое, это ведь совсем, если не включать подсветку. Поэтому сколько там, несколько часов, пока едешь на рыбалку, можно вполне пользоваться включенным навигатором. До озера осталось 5 километров, 700 метров. Очень наглядно, когда едешь в лесу и непонятно, где тут водоем находится, на какой лесной дороге лучше свернуть, вот по навигатору очень легко это определить. Мы едем и смотрим по расстоянию. И по минимальному расстоянию и надо ориентироваться. Поэтому если место мы какое-то отметили, проплывая на реке на лодке или в пешем походе, где-то мы вышли на какое-то интересное место, отметили точку, а потом едем к этой точке по дороге, по автомобильной, и определите, где реально поворачивать, мы еще не знаем это место, не знаем дорогу к этому месту. По навигатору очень просто, то есть мы находим самый короткий путь к этому месту. То есть свернули на одной лесной дороге, посмотрели расстояние, далековато. Проехали чуть дальше, другая там лесная дорога. И таким вот образом очень легко находить вот заранее отмеченные места. И то же самое можно сделать, если мы отметим эту точку на карте, на привязанной карте, с привязанными координатами. И будем так же само ехать, едем и по навигатору смотрим, куда нам свернуть, где, какое расстояние осталось до места. Но вот сейчас расстояние 2 километра 400 метров. Дело в том, что точка, которая у нас отмечена в навигаторе, от дороги еще надо будет идти по водоему километр. Поэтому если у нас здесь в навигаторе мы видим, что 2 километра осталось до точки, это значит, что нам осталось ехать буквально километр. Через километр нам придется оставить машину, выйти и идти дальше пешком. Вот сейчас слева появится озеро из-за леса. Ну вот до нашей точки уже остается километр 300, километр 270 метров. Вот оно озеро. Сейчас мы едем по дороге вдоль озера и смотрим, в каком месте нам лучше всего оставить машину, чтобы до точки было ближе всего идти. Ну вот отсюда километр 200 метров. Едем дальше. Точка слева сейчас находится 110, километр 100. Ну вот уже дальше. Мы посмотрели по навигатору и нашли наиболее короткую дорогу. Вот сейчас мы остановимся и по навигатору остановимся в таком месте, чтобы идти было меньше всего расстояния. Потому что зимой все-таки идти по снегу довольно-таки утомительно. И поэтому лишние там 100-200 метров играют большую роль. Сейчас мы развернулись и точка уже справа. Мы уже приблизительно знаем, где нам лучше стать. Вот мы здесь и станем. Сейчас нам надо будет идти по снегу километр 60 метров, и мы выйдем на точку, на которой мы в прошлом и позапрошлом году очень хорошо ловили окуня, крупного окуня. Водоем славится именно крупным окунем. Тут поклевок немного на водоеме, но если поклевка, это уже, как правило, экземпляр. Поэтому все точки, которые были заранее отмечены вот на этом водоеме и проработаны, мы сегодня попытаемся посетить. И момент какой? Водоем большой. И на водоеме окунь как бы держится не везде, а держится характерных мест. В принципе, водоем довольно-таки однородный, больших перепадов глубин нету, поэтому все найденные какие-то на дне коряшки, бровочки, ямки, границы травы и песчаные отмели, все это отмечено у нас в навигаторе. И мы сейчас по этим местам пройдем. Если бы вот сейчас вот идет снежок,
Если бы, конечно, снега не было, а на прошлой неделе, к примеру, мы были на этом водоеме и половили, мы бы могли выйти на свои точки, чисто глядя на лунки. Или какие-то ориентирчики поставить. Но сейчас снег запорошил все лунки, и мы свои старые лунки визуально уже найти не сможем. А так как водоем большой, сориентироваться и четко выйти на то место, где мы были, нельзя. Поэтому вот сейчас по навигатору мы выйдем на свои самые лучшие лунки, на которых были максимальные результаты вот для этого водоема. И не будем совершенно терять времени на поиски этих мест. Вот осталось 60 метров до точки. Периодически по дороге приходилось останавливаться, пар стравливать. Очень жарко. Ну вот 50 метров осталось до нашей точки. Идем дальше. Сейчас будем в предвкушении клёва. Ну вот остались последние 10 метров. Так, вот. Все, ноль. Вот где-то под снегом вот здесь наши старые лунки. Точность где-то 4 метра. Но так как зимой сверлиться приходится прилично, что такое 4 метра точность для рыболова? Это нормально. Лучше даже, может, и не стоит, только что если на дне какой-то корч есть. Старые наши лунки замело, сегодня ветер, снег. Конечно, мы на эти лунки никогда бы в жизни не вышли по ориентирам. К тому же в плохую погоду, когда снег идет, ориентиров не видно. Поэтому навигатор незаменимая вещь. Центральная лунка у нас будет здесь. И потом будем на расстоянии где-то метров 7-10 друг от друга. Я уже знаю, куда вот относительно нее, куда мне лучше сверлиться. Это, так сказать, эпицентр. О! Ногой наступил на свою старую лунку, которая на прошлые выходные был. Ну вот фактическая точность прибора оказалась, даже вот мы вышли прямо практически вот метр. То есть как бы расчетная 4 метра, если все спутники горят. Ну, в принципе. Но вот как-то попало, что мы прям попали. Вот она буквально 70-80 сантиметров, луночка наша. Дорогу. Сейчас мы по ней пойдем. По этому пути. Идем практически параллельно тому пути, которому мы шли. А вон машина у нас и дорога. И вот то, что мы проезжали, вот до тупика доехали, развернулись и назад. И вот по этой тропинке мы сейчас прямо выйдем к машине. От точки R7, на которую мы ходили, мы отошли на 700 метров. А когда мы выходили из машины, было 1,5 км, то есть у нас остается 350 метров до машины. Машина вон видна уже. И мы практически идем сейчас по своим же следам, судя по показаниям навигатора.